Так может быть, чтобы египтяне могли убеждать Израиль, что они идут по ложному пути ради получения? Как можно жить во лжи? А как ты живешь? Я не иду во лжи, я иду за вами. Ого. Извини. Так пойдем вместе к истине. Пока не раскроем, что это ложь. Не, правда, вопрос. Откуда есть сила для точки в сердце? Как точка в сердце может сопротивляться лжи? Эта точка находится в плену желания получения. Именно это называется народом Израиля, то есть точка в сердце, которая находится внутри сердца эгоистического, которое называется Египтом. Итак, сердце властвует над точкой в сердце.